Оба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Angry Birds Epic. Эпик, друзья, мы с тобой начинаем забирать окончено. Кстати, смотри, давай посмотрим, что мы там заработали. Я, правда, там 18 место. И, кстати, команда чека противника, конечно же, мы с тобой проиграем. Ну, блин, я вот, знаешь, не удивлен. Вот, ну, как ты видишь, я немножечко подзабил все-таки, немного подзабил, друзья, извините. Angry Birds Epic все-таки, мы его долго уже снимаем, где-то на протяжении 3 месяца, по-моему. Вот, опасность из пучины, да, сундучок, это, конечно, все хорошо. Вот, но уже пора, друзья, уже скоро заканчивать, потому что, ну, действительно, уже многие говорят, ну, пора, братишка, типа, ну, сколько можно растягивать, вот, пещеру уже надо допройти, поэтому, ребята, мы с тобой отправляемся в пещеру, ты не забудь поставить лайк, вот, а пока я не буду что-то донатить, друзья, именно крутить свинку-копилку, потому что это, ребята, вообще практически, ну, уже особо-то и не смотрят. Вот. Раньше это действительно было интересно, в принципе, когда только игра Angry Birds Epic появилась, тогда было интересно. Ну, а уже игре сколько? Игре. Прям, знаешь, как итальянское какое-то имя. Игре. Игре, в общем, очень много лет, поэтому, друзья, давай, надо допройти. Раз я уже, друзья, между прочим, сказал, что мы с тобой... Давай, какую команду мы с тобой возьмем? А, давай смотреть. Во-первых, наш класс. Что мы с тобой можем? Это понятное дело. Это мы все знаем, в принципе. Вероятность проигнорировать урон. Вот. А у нашего Чака... У него с шансом снимет полезные эффекты с такой врагов. Если Чак терпит поражение, все оставшиеся союзники одновременно атакуют случайную цель. Во. То есть, в принципе, это неплохо. Что насчет вот этой штуки? Восстановление здоровья на 15%. Вероятность получения чеком дополнительного хода после атаки. Кстати, неплохая штука, но, по-моему, у меня... Да, у меня нет этой штуки. Обнуляет шкалу есть. Той штуки нет. Жалко. Печально, но ничего. Все, тогда мы с тобой отправляемся с чеком. Именно с чеком. Да, это прикольная штука, если чак вдруг... потерпит поражение, то мы... Притом, смотри, Матильда нам особо не нужна, потому что 724... Блин, это даже меньше. 194, но ничего. Притом, у нашего вот этого братишки есть одна интересная штука. Да, он будет нас лечить. Вот, а это очень важно. Видел просто, что вообще произошло, офигеть. Да, Чака что-то они могут сейчас быстренько укокошить. И что-то нас Чак... Ну, Чак не Чак, а... Так, полезные эффекты изменений могут быть сняты. Во как. Блин, а мы специально эту штуку взяли. Но мы все равно не атакуем, как бы. Во, 2000 восстанавливает. Это вообще нормально, ребят. Это вообще хорошо. Так, все, мы с тобой идем дальше. Так вот. Вот так вот. И тут уже можно... Она сейчас взорвется, да. Ну-ка, блин. Хотя мало нанеслось. Не так много. Самое прикольное то, что сейчас Чак там будет проплывать сзади, друзья. Сейчас вы увидите. Так, а мы можем с тобой вот эту штуку применяем, и все. В принципе, с Чаком не соскучишься. Он раз. Оп. Все, раскатали. Притом, ну, не восстановил, конечно. У бомбы вот именно штука такая хорошая, что он восстанавливает хп. Притом 2000, офигеть, вы где такое, блин, видели? Матильда будет 3 года этим заниматься, пока она там восстановит нам. А этот прям бомб раз, и притом атаками, а это очень важно. Я вот этот вот комплект очень долго собирал. Все, отправляемся мы с тобой дальше. Ну, я думаю, мы быстро все это пройдем, потому что можно либо перец использовать, вот. Либо как-то раз, так. Так, смотрим, какие у нас тут свиньи. Да, свиньи тут, ой, блин, мам, не горюй, ну давай. Тут много свиней и 5 этапов. Так, что-то он там активировал. Ну, мы с тобой можем вот так сделать, оп. Все, отличненько. Вон чек там проплывает.
Так, кого начнем мутозить? Вот этого, может, свина. Да, давай вот этого. Еще и цепная атака, видишь, просто на изи вывозит. Красавчик, бомб, давай, вперед. Так, тут мы немножечко задержимся. Из-за того, что видишь... Блин, он еще и двойную атаку не провел. Блин, и он еще восстанавливается, сранец какой. Так, все, минус. И этого минус. Так, отправляемся в следующий этап. Что у нас там дальше? Очень мало, очень маленькие свинки. Так, мы их, я думаю... Не, лучше потихоньку вот таким приемчиком, чтобы цепная реакция была. Лучше уж подождать. Перчик не хочу я тратить, вдруг там он нам понадобится. Угу, хорошо, теперь вот этим займемся. Офигеть, он выжил. Это при том даже цепная реакция была. Радуется там. Так, есть. Офигеть, нифига ты, блин. Видел? Давай. Сегодня будет 50 уровень, это 100%. Все, начинаем теперь этих свиней валить. А тут уже легко. Даже без этой штуки реально можно было бы обойтись. Все, прошли. Прошли еще один уровень. Я помню, блин, когда в самом начале я начал пещеру проходить, но у меня было тогда очень много друзей прям. Прям все добавлялись в Facebook. Вот, прям очень-очень много их. Вот. Так. Все отлично отобразилось. Действительно, у меня было много друзей, но в один прекрасный момент я такой посмотрел, что почему-то не добавляются больше. Я такой заметил в Фейсбуке, что там дофига еще больше, а в игре нет. И я такой подумал, так, надо выйти с аккаунта, перезайти, и это была просто ошибка, друзья, номер один. Так, а что мы тут делаем? Блин, надо первый уровень тут, это, первый этапчик. Быстренько раскидать их. Да боюсь как-то... Не... О, отличненько. Еще и монеты. У меня уже 9000, я даже не знаю, куда их девать, серьезно. Просто не знаю. Так, только... О, молодец. Бомб, красавчик. Правильную эту цель выбрал. Так, защита. Есть. Пока еще не выбывает наш. Так, тут уже шамана будем валить, да? Блин, ну где ты в него там выстрелил? Его цепной можно было выцепить. Цепной выцепить. Так, хорошо. Не будет защиту нам делать. Все, хорошо, жалко, не восстановил он немножечко хп. Все, смотри, быстро щелкаем уровни. То есть где-то, ну, проходит, слушай, ну, минуты 3. Нормально. Я думаю, мы за сегодня босса должны одолеть. То есть и так каждую пещеру просто должны проходить на изи. Но это, видишь, мы, если честно, совсем недавно открывали свинку-копилку, притом крутил, я помнишь, да, сколько раз? Сколько монет, блин, просрано. Вот, поэтому, конечно, сейчас все, ну так. Так, это какой-то хмурый тип, прям здоровенный, смотри, какой большой-большой. Бывалый пират. Новый уровень мне сейчас дали. Так. Даже не трогают там в игре. Так, давай дальше идем. Давай, подлечи бомб. Блин, ты же должен подлечить по-любому. Потому что у нас что-то у Чака вообще нету. А это только первый этап, блин. Во, красавчик. Так, идем дальше. Есть цепная атака.
смеются там что-то. Вот не того, не того ты выбрал этот час. А, ну он... Понятно. Раз, два. Так-то прикольно сделано то, что испытание в этой норе, в этой дыре, надо именно проходить вдвоем. Ну это капец. Вот так, да, ну и этого отлично. Так, он усилился. Ну, мы с тобой его быстренько. Против боссов прям бомб отлично идет. Так, а применять сейчас, не применять? Блин, как же их много, ребята. Мне кажется, надо напоследочек. Сейчас. Пока не применяем. Отлично, цепная реакция. Вот вовремя она, кстати, реально появляется. Угу. Хорошо. Смеется свин. Как же он бесит, когда он смеется. Вот, 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 вот. Ну и давай. Применяем. Все, прошли. Прошли, друзья. Прошло, реально, слушай, от силы вообще 3 минуты проходит, и мы с тобой уровни щелкаем, как орешки. Угу. Так, хорошо. Новый уровень. 50-й. Нам дали 3 золотых. И даже безумная комбо. Воспользуясь первыми двумя специальными возможностями, получи этот сундук бесплатно. И там у нас... Ну, в принципе, это, конечно, прикольно. Содержит один из следующих предметов. Но... Самое прикольное, что они древние, да. То, что они древние, но мы уже на это не ведемся, пацаны. Потому что что на этом вестись? Мы с тобой и так, блин, уже сколько открыли. О, зато вон, видел, что дают? Угу, мастерство повышено. Все, мы этого пирата сегодня точно одолеем. Это по-любому надо. Уже пройти эту пещеру, блин. 8-я пещера, всего их 24, блин. Но ничего. Я вам даю гарантию, что мы скоро это закончим. Так, хорошо. Единственное, много этапов. Это вообще очень бесит. Так, взрывается. Капец. Так, прошли, прошли, прошли. Но сейчас у нас бомба. Так, бомба, давай. Пожалуйста, подлечи. Вот сейчас. Подлечил, подлечил, отлично. Так, я думаю, на этого пора. Угу. Так, ну а тут уже легко. Все. Вот по 3 этапа, если бы на каждом было бы, как хорошо, быстро, легко этих хряков мы с тобой валим. Все. Офигеть, уже который уровень. Мне это не нравится, когда быстро качаешься. Это очень напоминает Shadow Fight 2. Ну, вроде вот только прокачался, деньги вложил, да, в доспехи, в оружие. Чуть-чуть проходит, друзья. Оп, новый уровень. Все, можешь уже со старым оружием, с улучшенным, да, вот этим крутым, идти в задницу. Можешь уже идти, потому что это нафиг никому не надо. Надо опять новое оружие покупать, опять надо улучшать это все. Так каждый раз. 5 этапов. Блин, давай быстренько это все сделаем. Этих свинов мы с тобой уже уничтожим. Была бы у бомбы какая-нибудь еще штука, чтобы нас лечило, и чтобы вот этих калечило бы. Какая-нибудь прикольная такая. Каждый раз ее использовал. Так, ага, ну давай. Так, сделаем. На втором этапе, я думаю, можно применить перчик. Я, блин, так долго его затягиваю. Вот, единственное. Давай, на втором этапе. Или на третьем? Не, давай-ка на третьем. Блин, сейчас буду...
так, давай торговаться, братишка, давай я вот сейчас вот на втором или на третьем, на четвертом, на пятом, шестом. Так, есть бонусная атака, блин. О, давай в этого, и сейчас цепная. Да, цепная сработала, это прям супер. Что и цепная, и лечит. И свиней кулечит. Да что вы так, что за свиньи, блин, такие, а? Почему такие позорные свиньи, блин? С очистком каким-то. Так, защиту поставили, а, гады. Надо пробивать. Идеально. Просто. Притом три раза подряд цепная атака. Ну, ребята, вы прям это... Все, тут давай сделаем. Эти маленькие свиньи меня уже... Вот 100% сейчас на следующем раунде что-то будет такое крутое. Я тебе отвечаю. Что будет прям такое эдакое. Раз. Два. 100%. Сейчас какая-нибудь, как говорится, свинью подложит. Вот фраза такая была, я помню, у бабушки. А, свинью подложили. Так. О, правильно, в маленьком, правильно. Это же цель номер один. Молодец. Молодец, бомб, красавчик. Ты свинью маленькую, блин. О, вот тут вот уже немного. Мне, конечно, не нравится. Да, сейчас восстановят ему неприлично, неприличных МП. Есть. Сейчас вот от этого избавляемся мы с тобой. Да я даже перец не стал использовать, потому что как-то это... Так, а вот тут уже мы целых 5 минут задержались. Смотри-ка, ничего себе. Или не 5 минут, стой. Я просто, знаешь, я смотрю, сейчас поглядываю. Или не 5, поменьше. Как-то это... Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Получается, мы эту пещеру прям вообще быстро-быстро прошлись. За сегодня. Офигеть. Круто. Надо реально щелкать, как орешки. Серьезно. Так, тут... Три свиньи, можно сказать. Блин, зачем ты этого-то уничтожил? Ну, молодец, конечно, бомб. Раньше бы я тобой гордился. Но сейчас... Да пипец. Оп. Оп. Давай. Оп, красавчик, красавчик. Просто вот куда надо. Стреляет, смотри. Давай этого уничтожай. Я буду гордиться тобой. Молодца. Сейчас как раз на следующий этап он приносит эту двойную штуковину. Так, давай с овощами этими. Какой-то бомжарный свин какой-то. Ну, свиньи же они любят как раз. Там в грязи валяться. Оп-оп. Так, есть. Готово. Ой, чую, сейчас пригодится. Блин, маленький... Не, маленьких мы не будем трогать сейчас. Как-то это все-таки... Это быстро проходится, поэтому не хочу. Так, цепная атака есть. Это лечить умеет. Красавчик. Блин, последний остается. Вот это вот бесит, когда приводится вот так вот долго его. Ну давай, давай, давай. Так, ну сейчас можно применить мне силу? Пожалуйста, чтобы быстро это прошло все. Вот, ну пожарный свин. Ну почему бы и нет, давай. Было бы заранее, знаешь, написано так, что там будет. Оп, бонусная атака. А этого мы сейчас чуть попозже. Они же первый раз вроде как не атакуют как раз. Угу. Надо было сразу активировать, я что-то. Так, хорошо.
Так, последний свин. Говорю, последний свин, как будто это, знаешь, какое-то кино такое наикрутейшее, такое последних свиней. Кажется, бы туда никто не пошел на этот фильм. Так, 147 тысяч, мы с тобой наконец-то все это, все, сейчас последний уровень, и аллилуйя, пацаны, наконец-то. Парам-пам-пам. Тут, видишь, просто муторные эти все свиньи, если честно. Ну, реально. Они как бы такие все. Все, тут, по идее, босс должен быть. Пожалуйста, пусть он тут будет. Пожалуйста. Должен быть тут. Так, хорошо. 5 этапов. Может, и не тут. 2500 у этого. Угу. О, восстановили. Так. Отлично. 2014. Ой, ребята, помните этот год? 2014. А уже 2020. Офигеть. Просто. Ой, сколько этих свиней. Давай, давай, вали их, Чак. Давай, вперед, бомбам, объединяйтесь там. Красавчики. Все, цепная атака. Норм. Да, тут уже такие свиньки. Мне больше всего Индиана Джонс, вот этот вот авантюрист, не нравится. Хотя, кстати, между прочим, есть свин, ну, которого мы можем взять, вот это вот Индиана Хряк, или как там его зовут. Давай, кстати, посмотрим, погоди, как его зовут, я уже забыл. Но его можно взять, да. Я думаю, будем на последнем уровне точно брать свинок. Чтобы не то, чтобы долго, да, вот это все вот. Точнее, не то, чтобы облегчить игру, я вот неправильно сказал, а чтоб побыстрее все было. Вот побыстрее в эти уровни проходили, и все. Вот, вот что я имею в виду, друзья. Все, тут мы можем с тобой применить эту. Тут его, кстати, нету. Нифига, это не последний уровень. Это не последний уровень, ребят. Нет. Последний уровень там, по-моему, с одним только свином как раз будет. Поэтому. Угу, вот, видишь, он активирует какую штуку. Это, кстати, очень, очень хорошая штука. Ну, сейчас мы, наверное, не будем, потому что как-то на босса хочется. Вот, честно, я люблю, на самом деле, на босса входить немножечко с хардкором. Как-то так скажу. Так. Все, вот, вот теперь последний уровень. Ребята, там пещера 9 пойдет. 1044. Ну, давай посмотрим на него. Что он умеет вообще? Ну, я думаю, усиливать получается свин да силва. Захватывающий залп цели отражает атаки врагов ответным и атаками. Наносит 200% урона, длится 2 хода. Ой, блин. Пробуем с самого начала вот так вот сделать. Вот, может, уничтожим. Будет очень хорошо. Но вообще, на всякий случай, это, наверное, надо. Видишь? Нифига себе! Так, это мне вообще не понравилось. То есть этот свин? Офигеть. Тут придется Реда брать. Да, Ред, ты можешь радоваться. Потому что наконец-то... Наконец-то я могу тебя выбрать. Офигеть. И нам здесь понадобится... ну, вот, 393 сала, так, с Виндиана Джонс, я думаю, почему бы его не взять?
Все, погнали. Вот сейчас мы его точно порвем. Это я на миллион знаю. Так. Сколько ты урона наносишь ему? 3700. 2500. А ты что делаешь? Блин, оглушит. Не знаю даже. Глушилкой как-то заниматься. Так, давай лучше вот так вот делать. Все, сейчас он типа будет отвечать. И вот это мне не нравится. Шансом 100% ответит контратакой. А-а-а! Нифига себе. Пробуем. Как-то даже интересно. Слушай, прям интересно, как у нас это все получилось, непонятно. Так, бонусная атака. Ему, вот этому свину пофигу, по идее, но как-то надо бы его... Тихо, погоди. Не оглушил, жалко. Жалко, братишка. Так, ну мы, видишь, в принципе, мы лечимся. То есть, такими верными шажками мы с тобой идем. Критический урон, видишь, можно вот так вот сделать. Пока он не применяет эту фигулину, то нормально. Блин. Вот сейчас будет осторожней надо нам, друзья. Ой, прошу прощения, пацаны. Так. Блин, иммунитет у него, к сожалению. И бомба он нашего слил. Офигеть. Надо ждать, короче, когда пройдет, иначе... Блин. Давай сейчас напоследочек. Давай вжахни просто, жахни, свин, давай, на! Красавчик, офигеть, прикинь, мы могли проиграть. Но новый уровень у нас еще, 51-й, подняли... Слушай, какой крутой. Все, не берем этот сундук. Я уже знаю, что в этих сундуках. Я каждый раз такой думаю: блин, ну я в принципе знаю, что там. Но вдруг там что-то интересное. И в итоге всегда говно. Все, мы его победили, тумаки. Пещера пройдена. И новая пещера у нас открывается. Свинарник называется. Свинарник, свиной загон. И кто у нас тут будет? У нас тут, ох ты ж, блин, какой-то крутой такой. Плюс 3, отлично. Там, говорят, граф свиного загона. Пахнет как в свинарнике, ведь это и есть свинарник. К сражениям присоединяются новые враги. Блин. Вот как нехорошо. Ну и мы один уровень-то пройдем, конечно. Че вы думали, что я не пройду? Давай. Свинарник, офигеть. Не представляю, как там пахнет в свинарнике. Так, 3 этапа, в принципе, не так уж и... плохо. Плюс мы с тобой можем благодаря... Призывает одну свинью, срабатывает после каждых 2 ходов. Офигеть. Офигеть, это немножечко вообще законно, не? Вот сейчас, смотри, еще одна свинья подходит. Офигеть, а при том, сколько их там, блин? Ну ладно, мы с тобой благодаря, конечно, нашему бомбу можем вывести, но... Бесконечный спавн чисто, офигеть. Так, тут просто. Да, для таких уровней я как раз и копил. Пожалуйста, бомб, ну уже! Блин, это печально, конечно, это печально! О! Молодца. Подлечил нас, братишка. Все, сейчас еще один этап. Я думаю, там ничего такого особенного не будет.
О, как, блин, вот это особенно, если честно. Все, защита хромает. Да блин, и он вообще не того убивает, он же... Сейчас он сейчас появится, понимаешь, в чем прикол? Бомб. Тыкают нас насчет нас. Да, даже цепной не было. Так, ну хорошо, мы восстановили ХП. Сейчас можем... Он еще, видишь, рассеивает. Затащили. Ну, то есть, следующая пещера будет... Ну, такой, приличненькой. Скажем так, будет приличной, друзья. А на этом все. Надеюсь, тебе понравилось, что мы наконец-то прошли пещеру. Нам еще остается... Ну, блин, еще дофига пещера. Да ничего. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки.